автомобиль Nissan Murano 2013 года. Мы доработали штатную мультимедийную навигационную систему, установив операционную систему Android как дополнительное устройство к штатной системе. Таким образом, у нас работает штатная система в штатном режиме, без потери функционала. Зажимая кнопку Map на 1,5 секунды, мы получаем дополнительное меню. Сейчас у нас включен Яндекс.Навигатор, который имеет голосовой набор. Московский проспект. Таким образом, мы получаем хорошую навигацию на штатном дисплее. Также мы получили USB Media Player. У нас появился дополнительный USB вход, который мы вывели в бардачок. Теперь мы можем подключить сюда даже жесткий диск объемом 1 терабайт и слушать музыку, смотреть фильмы с него. Также мы имеем интернет с голосовым набором. YouTube. Все работает быстро, без зависаний. Более того, для установки не требуется резать провода. Мы разработали все на переходных разъемах. Спасибо за внимание.